Одной из важнейших задач по окончанию университета является трудоустройство по специальности. Для каждого выпускника найти хорошее место работы – это сложная и ответственная миссия. Если студенты из России знают хотя бы примерную специфику найма, то у иностранцев на этом этапе возникают вопросы. В связи с этим на подготовительном факультете прошло заседание круглого стола, в ходе которого иностранным студентам рассказали о внутренних процессах трудоустройства. На встрече присутствовали представители Казанского федерального университета, государственных органов Республики Татарстан, крупнейшей автомобильной корпорации Российской Федерации, университетской клиники Казанского университета и других организаций. Это нормально, когда студент параллельно совмещает учебу с работой, но желательно делать это на выпускных курсах, на последних курсах, потому что, по крайней мере, для иностранных студентов мы всегда говорим, что первые два курса лучше не работать, потому что очень сложно входить в учебный процесс, социализацию проходить, особенно если у них не такой хороший русский язык. И, безусловно, первые два курса необходимо социализироваться, адаптироваться и меньше времени уделять работе, а больше учебе. Во время мероприятия студентам предложили пройти практику в двух местах – КАМАЗе и университетской клинике КФУ. Помимо этого, иностранные учащиеся смогли задать интересующие их вопросы, которые касаются приема на работу и начала карьеры. Как отмечают сами студенты, проведение подобного рода заседаний актуально в наше время, так как с каждым годом становится все больше вакантных мест и даже новых профессий. Мероприятие, конечно, важно для студентов, особенно иностранцев, потому что они не знают, если они работают и без правила, не знают, если работают, и потом полиция поймут и не знают, ничего делают. Отметим, что в этом году заседание по вопросам качественного и бережного трудоустройства проводится впервые. Ранее эта тема поднималась в рамках других круглых столов. В будущем организаторы планируют и дальше развивать это направление. Игорь Афанасьев, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.